Добрый день! Сегодня у нас Land Rover Evoque 2.2 дизель 2011 года. Первая модель, которая продавалась в России. Будем менять сегодня у ней масло в двигателе, фильтр салонный, воздушный и масляный. Начнем с того, что сейчас поднимем автомобиль, сольем масло. Ну вот, сняли защиту. Защита здесь держится, получается, на 7 болтах. Головочка на 10, пластиковая. Теперь откручиваем пробку сливную пробку на поддоне. Головочка там на 21. Так, ну вот масло у нас слилось. Закручиваем пробочку. Шляпа у пробки большая на 21, поэтому когда затягивать будете, сильно усилия не делайте, чтобы не оторвать и не сорвать резьбу. Сама резьба десятка для такой головки, это маленькая. Усилие не должно превышать примерно 1,5 килограмма, иначе создадите себе проблему. Ладно, сменили масло, слили масло, теперь меняем масляный фильтр. Масляный фильтр также находится снизу. Так, вот масляный фильтр находится здесь, возле компрессора кондиционера. Головка вот здесь одета на 27. Откручивается резьба обычная. Идет, правда, туговато, но крутите. Против часовой откручивается, по часовой закручивается. Сейчас откручиваем. Вот колпак, и в нем стоит масляный фильтр. Меняем фильтр, вставляем в колпак и прикручиваем на место. Использовать масляный фильтр будем фирмы MAN. Номер от HU711/51. Там идет фильтрующий элемент вот такой вот. В комплекте идет резиновое кольцо, уплотнительное на крышку. Его обязательно тоже меняйте. Меняйте, смазывайте, чтобы при затяжке оно спокойненько закручивалось и потом спокойненько откручивалось. А мажу я его силиконовой смазкой. Рукой кручу, спокойно, до самого конца. Я тут недавно штуку, ну я всякие эти для кузова полировали, там смотрю. Затягиваю. Так, ну вот, масляный фильтр, колпак мы затянули. Снизу все, пробочка затянута. Устанавливаем защиту и опускаем автомобиль. Так, ну вот, автомобиль мы опустили. Сейчас заливаем масло. Масло здесь оригинальное, Castrol 530 Edge. Сейчас покажу упаковочку. Вот такое Edge Professional 530.
Land Rover. Либо будет огурец, либо будет Jaguar. Масло одно и то же, эмблемы разные. Заливаем. Так, ну вот, масло мы залили. 5 литров залили. Масло получается максимум. Но сейчас при старте уйдет фильтр, поэтому потом уже можно проверить и добавить. Ну, изначально залили 5 литров. Теперь меняем воздушный фильтр. Так, откручиваем 6 винтов крестовых на корпусе воздушного фильтра. До конца их откручивать не надо, они фиксируются. Так, вот открутил винты. Поднимаем крышку. Вытаскиваем старый фильтр. Вот такой вот он немножко грязный. Использовать будем новый фирмы MAN C29006. Вот такой вот фильтр. Но перед этим мы сейчас заткнем вверху забор воздуха и продуем здесь корпус воздушного фильтра. Там грязь собирается. Продуваем. Так, затыкаем заборник. И продуваем. Выбрали все, теперь устанавливаем новый фильтр. Закрываем крышку и закручиваем винты на место. Сейчас закрутим винты. Все, воздушный фильтр мы заменили. Ну что, теперь мы заменим салонный фильтр. Находится он с правой стороны. Здесь стоит вот такой обогреватель 220 вольт у человека. Он сбоку устанавливается. Вот так вот. Мы его просто убрали сейчас. Сейчас мы снимаем вот эту верхнюю защиту. Снимается она просто. Вот эти клипсы, они надавливаются. И вытаскиваются с двух сторон. Сейчас отверточку возьму, вытащим. Так, ну вот одну клипсу я вытащил. Также вытаскиваем две остальных. Вот такие вот клипсы. И вытаскиваем третью. Теперь снимаем вот этот пыльник. Аккуратненько, чтобы его не повредить. Вот такой вот пыльничек. Чистый, без пыли. Теперь снимаем вот эту крышку. Вот здесь сбоку. Нажимаем фиксатор. С одной стороны фиксатор. С другой стороны. И опускаем ее вниз. Вот мы ее опустили вниз. Вон крышка воздушного фильтра. Ее снимаем. Там три защелки. Сейчас покажу. Вот
нижняя защелка, средняя защелка и верхняя защелка. Вот сняли крышечку, теперь видно вот салонный фильтр. Берем его, вытаскиваем. Подцепите его отверточкой снизу, сюда подтяните, чтобы вам удобнее его было. Здесь есть бумажка, вот она, чтобы вытаскивать его. И за эту бумажку тянете, вот сюда в бок его вытягиваете. Салонный фильтр. Когда будете устанавливать, направление должно, вот эти стрелки, быть в салон. Вот. Здесь есть маркировка фильтра. Берем новый, устанавливаем. Одной рукой снимать будет неудобно, поэтому я не покажу, как его установить. Ну, придется его вот так вот изгибать. Для этого он специально мягенький и сделан. Он вот так вот изгибается и заводится одна сторона. И потом вы уже его просто проталкиваете. Берем, устанавливаем новый. Так. Вот салонный фильтр, который мы будем использовать. Тоже MAN-фильтр CUK-2733. Он также идет угольный. Также у него указано направление установки. Вот оно. Устанавливать его вот так вот в салон. Берем, устанавливаем. Также для удобства мы сейчас открутим вот этот нижний болтик. Головочка на 10. И вот этот кронштейн, он на клипсе сидит. Мы просто его стягиваем вниз и отводим в сторону. Вот так вот. Видно, да? И теперь нам удобнее будет поставить фильтр. Вставляем. Так, ну вот. Фильтр мы завели, теперь проталкиваем его на место. Вот он стоит в своем месте. Стрелки показывают в салон. Теперь берем крышку фильтра и защелкиваем ее. Заводится она спереди. Вот в эти пазы заводится. И защелкивается. Все три защелки должны защелкнуться. Теперь ставим на место. В клипсу заводим. Подводим внизу кронштейн к отверстию. И закручиваем болтик. Зажимаем.
Сильно не надо, просто подтянули его маленько и все. Теперь устанавливаем на место вот эту декоративную накладку. Защелкнуть она должна вот в этих два штифта. Вставляете ее здесь за коврик снизу, а сверху защелкиваете. Вот одна сторона и вот вторая сторона. Вот эти. Все, ее мы защелкнули. Теперь устанавливаем на место вот этот пыльничек. Аккуратно, также, чтобы его не гнуть, заводим его на место. Вот он стоит на месте. Теперь защелкиваем клипсы. Все, клипсы мы защелкнули. Устанавливаем на место обогреватель. Доп. Оборудование. Все, обогреватель установили. Пыльник у нас закрытый. Все у нас защелкнуто. Фильтр салонный мы поменяли. Масло мы заменили. Фильтр масляный заменили. Воздушный заменили. Салонный заменили. Все, что мы планировали на сегодняшний день, мы сделали. Всего вам доброго.